Всем привет, меня зовут Вика Кондакова, мне 10 лет. Я учусь в театральной студии. Там я занимаюсь вокалом, танцами и актерским мастерством. Еще я занимаюсь английским. У меня есть питомцы, Пуля и Буся, две кошки. Еще я очень сильно люблю рисовать, гулять и играть с друзьями. Слон и Моська, Крылов. По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходила. Отколь не возьмись, навстречу Моська им, увидевши слона, ну на него метаться, и лаять, и визжать, и рваться. Но так и лезет в драку с ним. «Соседка, перестань срамиться!» Ей шавка говорит. «Тебе ли слоном возиться? Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет вперед, и лаю твоего совсем не перемечает». «Эх!» Ей Моська отвечает. «Вот то-то мне и духу придает, что я совсем без драки могу попасть в большие забияки. Пускай же, говорят собаки. Ай, Моська, знать она сильна, что лает на слона». До новых встреч!